еще раз поздравим Анастасию с прошедшим днем рождения. И лучший подарок — это, конечно же, песня. Да не просто песня, а целый космос. И этот космос мы дарим Анастасии.
нагрузок больших позади, остаёшься в сам момент. А в ладонях моих, словно мячик футбольный земля, мне дороже она во вселенной далёких планет. Вдоль знакомых широт продолжается ход корабля. Мой единственный шаг будет долгих расчетов венцом. Это слава и труд без остатка огромной страны. Это целый народ стал космической эры отцом. Тишине ледяной никакие слова не нужны. Один лишь шаг, его так сделать просто. Один лишь шаг открыл дорогу звездам. Не сдержат нас преграды никакие. Теперь песня об искусстве моделирования. Давайте ритм. Считал и надменно смеялся, самоуверенный смех оборвался, лишь ты возникла собой у меня. Простейший набор, преданность, вера и самоотдача. Мир современный устроен иначе. В плане любви на торговлю он скор.
упорно сжимаю ладони твои. Сердце мое ты одна отогреешь, больше других сотни раз ведь умеешь. Опытом жизнью окончим бои. Вечером двери, вижу в проеме любимый день. Естественная модель. Естественная модель. Естественная. Вечерних дорог замолчит мерный гул. У цаги всего пять машин. И туч потолок снова звезды спугнул. Включен экономный режим. Крылатая мощь для войны и труда рождается здесь день за днем. И с ночью опять мы вдвоем. Сегодня в ДК ревизор дают. Вечерний уют рождает неон на пожар. Сквозь арки идут постаревших домов, бары непривычно пусты. Мотор заведут плавно времени сном, подъездом стальные листы. Быстро прочь.
звезды спугнул, включен экономный режим. Жуковского сон не нарушит шаги, и к новым успехам с утра готов будет он силой твердой руки, включив механизмы труда. Спасибо! И в завершение нашего выступления прозвучит обнадеживающая композиция в исполнении Олега Игнатенко. И называется она «Звезды не оставят нас». Спасибо за внимание. Техмаск.